Куда наступаем, мы огневые точки поражаем, они нам помогают как-то пушку эту. А зовут вас как? Иван Игнатьевич. Игнатьевич. Фамилия не надо? Надо. Райко, с пяти букв. Райко. Р-А. А когда начали войну? Начал войну в 43-м году под Ленинградом. Первое боевое крещение получил в городе Гатчино. Под Ленинградом. А потом прошел путь. Это длинно почти. Не почти, а закончил войну 9 мая в Праге. Освобождал Прибалтику, Украину Западную, Польшу, Германию и Чехословакию. Сейчас минуту, я не успеваю. Так, вы говорите, вот, я не за вами не успеваю. Ну вот, через 3 год идет. Молодость вторая. Прибалтику.